Привет, друзья! Надеюсь, у вас отличное настроение. Если нет, то я знаю, что поможет вам немного взбодриться. Да, трюки, крутые события, особенные гости и, конечно, наши любимые новости. Готовы? Всем привет, с вами Григорий Роу. Меня зовут Баскаков Илья. Бешлемный! С вами Борцин Вилс Ньюс. Погнали! Начнем сегодня необычно, с обещанного разбора Moscow Extreme Week, проходившего, честно говоря, довольно давно. Но событие было настолько масштабным, что не потеряло своей актуальности до сих пор. Ну, нам так показалось. Поэтому мы решили присоединиться, так скажем, к отголоскам прошлого и рассказать подробнее о целой неделе торжества адреналина. Фестиваль проходил в Рамстройхаус, включал в себя и соревнования на батутах, и гонки на беговелах, соревнования на самокатах, роликах, скейтборде, BMX и МТБ. В интересующих нас дисциплинах была толпа участников, потому что были и дети разных возрастов, и взрослые, любители и про. Делились также на стрит и парк, на спонсируемых и неспонсируемых райдеров. Мы, честно говоря, вообще удивлены, что все за неделю управились. Организаторы, конечно, постарались на славу. Матч ТВ, прямые эфиры, комментаторы, ведущие, призовые фонды, лучшие трюки, спонсоры, поддержка и трансляции. Рубрика «Приветы в эфиры». Давай. Да, Борден Вилс, передает привет тебе, Кирилл. Клево, клево. Да, в обраточку тоже улетает большой пламенный привет. Большое спасибо ребятам за то, что они делают. Если вы не знаете, что такое Board and Wheels, пожалуйста, добавляйтесь обязательно на YouTube. Так вот, одна из самых многочисленных дисциплин – кик-скутеринг. Там награждали своих победителей целых 8 раз. 4 возрастные группы в новичках, спонсируемые и неспонсируемые райдеры в стриту, любители и про в парке. Скейтбординг. Здесь еще добавились девочки. У них первое место заняла Ксюша Маричева. Также были дети до 16, любители и мужчины про. У последних было целых 3 номинации. Трюки на двух фигурах в квотере и на граньке. Обе победы забрал Алексей Красный. Скейтером дня определили Михаила Степанова. Роллеры тоже порадовали своей численностью. Был и стрит, в котором преимущественно катали любители, и также был парк, в котором парни устроили отличное шоу, показав, на что способны. Но, кстати, я думаю, что из-за неприкатанности к парку сказать, что каждый показал абсолютно все, на что способен, нельзя. Да и вообще, как-то роллеры у нас только начинают осваивать скейт-парки, ведь в некоторых городах они вообще только недавно появились. Ну, адекватные скейт-парки. Вот яркий пример. Даня Гончаров получил домашний спот в Белгороде совсем недавно. Вместе с Ваней Кофтуном они внезапно выяснили, что зима тренировкам не помеха, и снег – это естественное мягкое приземление, которое можно передвинуть в нужное место. Креативно, эффективно, эффектно. Теперь смотрите. Результат всего одного неполного сезона с домашней эйр-зоной. Вернемся в Рамстрой. Смотрим на 3 первых места. Второе и третье место – Илья Савосин и Ваня Чанчиков. Молодые, перспективные, талантливые представители Красноярска, амбассадоры скейт-парка «Спортекс». Первое место – наш «Мустанг» Григорий Усенко, властелин тренинг-парка XSA в Краснодаре. А это, как мы знаем, повод не расслабляться. Гриша, кстати, подготовил для вас обучение трюку, но об этом чуть позже. Сейчас про Moscow Extreme Week. Мне запомнился довольно-таки хороший уровень организации. Спасибо организации за такое незабываемое, скажем так, зрелище. Соревнования были похожи на какое-то шоу, и чувствовалась атмосфера не совсем такой паники, как на соревнованиях это обычно происходит, а больше дружелюбной атмосферы с крутым светом. Ну и в этот раз я себя чувствовал гораздо увереннее, наверное, уже сказывается катательный опыт. Очень прикатался хорошо к парку, настолько понравилось в нем кататься, что хотелось вообще остаться в Москве еще на месяц. Респект за творческий подход Вани Бороде. Парк бомбезный, обязательно приеду туда еще гонять. Каждый раз приятно увидеть большое количество роллеров в эйр-парке. Это большая редкость в России. Ребята гасили крутые трюки, заряжали меня крутой энергией. И, конечно же, с удовольствием бы чаще бы так хотелось бы собираться. Всем огромный респект, кто принял участие и кто был на этом событии. Очень было приятно всех увидеть. Ребята, вы крутые. Двигаемся дальше. BMX. Здесь тоже были соревнования среди любителей, и Геннадий Липов занял первое место. У девчонок победительницей стала Валерия Любимова. Также были дисциплины стрит и парк про. В стриту победил Слава Глазовский, оставив позади Артема Агаркова и Сашу Аксенова. Агарков, конечно, участвовал и в парке, заняв 7-е место. Там первые 3 места распределились так. Первый Ирик Рязаев, за ним Арсений Любишкин и третий Костя Андреев, который стал просто звездой фестиваля, забрав целых 3 награды. Как я уже сказала,
третье место в парке, лучший трюк в дисциплине стрит вместе с Сашей Аксеновым и первое место в МТБ. Да, вы не ослышались, Костя действительно участвовал в соревнованиях по маунтинбайку на Moscow Extreme Week. И новость о его победе стала для многих присутствующих полной неожиданностью, как и для него самого. Но самое приятное в этом, как признался Костя, это поддержка окружающих. МТБшники, как известно, народ командный и добродушный. Они были рады видеть в своих рядах Андреева. Но как дальше сложится его МТБшная карьера, пока загадка. Ведь, кажется, он и сам точно не знает. А если будет высоко, к примеру, в топ-5, то я начну думать о покупке собственного МТБ. Но обо всем этом подробнее можно узнать у Кости в блоге. Мы же лишь констатируем данность, которая, возможно, немного изменит в будущем расстановку фигур. Поживем, увидим. На втором месте в соревновании оказался Никита Ишин, на третьем – Станислав Голубев, который, несмотря на постоянную борьбу с травмой, нехило так уже добирает до серьезных высот. Так держать. И если вы спрашиваете себя, участвовал ли Павел Алехин, то мы вам ответим – участвовал. Но, к сожалению, один из наших любимых МТБ-стиляк остался на четвертой строчке. Теперь самая важная новость. Красноярский глухарь продолжает нападать на людей. На самом деле это вполне обычная ситуация, и старожилы леса на горных курортах регулярно возмущаются появлением людей на их территориях. Просто эти стычки выглядят довольно мило, поэтому мы решили показать их, прежде чем вы увидите следующие кадры. Девочка на самокате раз. Куда смотрел райдер? Уверена, что был сосредоточен на трюке и даже представить не мог, что можно так резко остановиться. Получается, что все взрослые в парке должны резко менять свое поведение, разлетаться по углам и вжиматься в бетон. Ведь в скейт-парк зашел ребенок. На трюковом самокате? Нет. В защите? Нет. Старше 14 лет? Конечно, нет. Но ладно, в сопровождении родителей им можно. Так безопасно. Да ведь? Сейчас будет второе видео. Как видите, не всегда. Иногда нужно больше опасаться именно вот таких я ж матерей, которые тебя потом еще и матом покроют за то, что глаз на затылке не имеешь. Конкретно эта женщина просто забрала своего ребенка и уехала, хоть ей и предлагали помощь. Я вам скажу, что после смерти подростка в скейт-парке из-за того, что он пытался уйти от столкновения с маленькой девочкой на самокате, у меня оправданий для подобных случаев просто нет. Жалко деток, да, когда они больно падают, но объяснение правил и воспитания – задача их родителей. В конце концов, райдеры тоже калечатся из-за них. Никто в здравом уме не хочет столкнуться с ребенком или причинить ему вред, поверьте. И если вы думаете, что эта борьба только у нас и среди поколений, то, во-первых, погибший подросток жил в Польше, а во-вторых, вот вам взрослая разборка. Да, райдеры тут и не собирались церемониться. Парень на мотике, залетевший в парк, такая же обыденность, как и я ж матери. Только здесь он тоже смотрел вперед и видел, что там есть люди, как и я ж мать, несущаяся на райдера. И тот, кто смотрит вперед, имеет явное преимущество над тем, кто едет задом или смотрит вниз на рейл, например. Но в этой ситуации мотоциклист, видимо, хотел попугать BMX-ера, чтобы тот еще и отскочил, почуяв крутость батьки. Но, как назло, в боуле находился не робкий мальчик, а золотой медалист X-Games Майк Варга, который точно знал, что делать. Как видите, маленькие детки, которым не объяснили, что такое правило, могут вырасти в детину, которая точно не в курсе происходящего. А че это вы здесь делаете? А? Ну да, похоже, что я же родители все-таки больше всех виноваты. Да. Дальше. Российские серферы осваивают новые горизонты. Сборная приехала на Курилы, нашла несколько отличных мест для тренировок, и, похоже, это событие ознаменуется развитием серфинга на островах и порчей отношений с японцами. Да, соседи решили, что русские слишком много себе позволяют, а сборная на острове – это официальная позиция власти и усиление контроля над спорной территорией. Японцы так возмущены, что потребовали отстранить нашу сборную от участия в Олимпиаде в Токио, а кто-то даже предложил их арестовать после приезда. Забавно. Но если отбросить эту удивительную ситуацию, то остается надежда на то, что это место и правда сможет стать привлекательным для развития серфинга, а там и всего остального. В это хочется верить. Свои трамплины, трасса и самодельный сноуборд, и так уже 20 лет. Совсем недавно мы узнали, что в Архангельской области в поселке Пинега живет вот такой замечательный Павел Конев. Ему 67 лет. Летом катается на велосипеде и водных лыжах, а зимой на сноуборде по самодельным трассам и сопкам. Предпочитает скоростные спуски, умеет делать парочку трюков. Когда-то у пенсионера сломалась лыжа. Он катался на одной и решил сделать свой сноуборд. Крепления лыжные, на производство доски уходит целое лето. Месяц фанеру загибаешь, второй сушишь. И
Да, вы не ослышались, именно фанеру, потому что профессиональные сноуборды стоят дорого. Видео с рассказом о короле фанерного сноуборда разлетелось по всем соцсетям. И пока мы писали этот выпуск, произошло важное событие. Вячеслав Зиновьев, крутой тренер и не менее крутой сноубордист, подарил Павлу Коневу сноуборд, крепы и ботинки, которые, к сожалению, оказались немного маловаты. А в сообществе Snowboarding Sucks собрали за 7 часов больше 100 тысяч рублей на остальную часть экипировки и другие ботинки, чтобы уж наверняка. Подарок обещали привезти осенью. Да, в такие моменты сложно не верить в силу соцсетей. Теперь Павел серьезный конкурент с его 20-летним стажем, а сейчас прокачается еще больше. Хотя Павел никогда ни в каких соревнованиях не участвовал, но был бы рад посоревноваться, если к нему кто-нибудь приедет на пинежские склоны. Ребят, ну вы намек поняли. Архангельская область, поселок Пинега, Павел Конев. Составьте стиляги компанию в будущем сезоне. И, кстати, МТБшники, я уверена, что там и дёрты есть. В США на горнолыжном курорте Seven Springs Mountain лыжник потерял контроль и врезался в толпу. Зрители собрались на ежегодном мероприятии, посвященному закрытию сезона, и как минимум двое его провели с фейерверком в глазах. Этот сезон они точно запомнят. Мужчин пришлось госпитализировать. Спасибо курорту за оперативность. Дальше трюк помощнее. Сразу скажу, название так себе, но это просто комбинация трюков, которые нужно непременно упомянуть. BS Royale to True Spin, Soul to Fake, Misty Flip. И это World First от Ильи Савосина, о котором мы уже сегодня говорили ранее. Илья, поздравляем! Уверены, это только начало. Кстати, сейчас самое время вспомнить обещанное – обучение трюку от любимчика южных женщин и котиков, неудержимого нарушителя тишины и единственного в мире роллера, который приземлил тройной бэкфлип – Григория Усенко. Смотрим! Всем привет, с вами Григорий Ролл, и с вами рубрика «Почти Уильямс». Бешлемник! И сегодня мы обучаемся новому трюку 360 Monkey Madness. Прежде чем делать этот трюк в спайне, давайте вспомним, как перепрыгивать с рукой через препятствие. После того, как мы вспомнили, как перепрыгивать через препятствие, следующим этапом будет научиться кататься на роликах. Если вы справились со вторым заданием и научились кататься на роликах, то следующим заданием будет научиться перелетать спайн. Теперь добавляем руку. Затем учимся делать 180. Затем учимся делать 180 с фейки. И теперь добавляем руку. Теперь добавляем 180, и наш трюк готов. Обязательно не забывайте оттолкнуться рукой. Ну а я, в свою очередь, хочу передать привет Дмитрию Гару, который и научил меня этот трюк. Спасибо, теперь и я вам желаю удачи. Boards and Wheels, берегите коленки. Гриша, спасибо, дорогой. Уверены, что мы еще не раз увидим тебя у нас в гостях и ждем этого с нетерпением. Red Bull выпустил новый видеопроект с участием райдера-снегохода Левая Лавалли. Что ж, этого парня ничего не остановит. Машина, пожарная машина, поезд, может, ледяная пучина? Нет, точно нет. 13-кратный победитель X Games вообще не ощущает гравитации. Он уже настолько преисполнился, что для него эти пролеты просто ничто. Хотя без упорства и труда все это не выглядело бы так легко. Нам остается только наслаждаться и ждать его следующих проектов. Ладно, дальше. Результаты X Games Real Snow 2021. Честно говоря, в этом году как-то скучновато было. В нашей редакции никто не орал во время просмотра и не пошел за доской после. Но чё их слушать, им только кровяку подавай. Шутка. Сойдут и синяки. Не в смысле они синяки, а в смысле... Хотя... Ой, ладно. Так, Real Snow. Что бы там кто ни говорил, достоинства каждого райдера никто не отменял. В этот раз мы были больше солидарны с фанатами. Привычный нам стритовый стиль Дасти Хендриксона застолбил себе третье место в фанатской тройке лидеров. Но судьи не оценили ни его креативности,
креатив, ни трюки, отдав бронзу Столи Стенбеку, который, кстати, занял лидирующую строчку у фанатов. Его часть нам тоже очень понравилась. Динамичная, с хорошим монтажом и с разнообразными локациями. Но судьям больше всех понравился Сейдж Котценбург. Его фанаты вообще не оценили. Справедливости ради скажу, что его трюки и пролеты, конечно, достойны высокой оценки. Но с креативом здесь как-то не заморочились. Профессиональное оборудование, классические ракурсы и шанс на победу возрастает. Ну окей, мнение судей, как и всех остальных, субъективно. Но оно может у всех совпасть. Как это произошло со вторым местом? Его занимает в обеих частях голосования Кевин Бэкстром. Райдер, который топит за стиль, выбирает интересные траектории и, кажется, постоянно подвергает себя опасности. И не только себя. Но выглядит круто все в этом кадре, включая нераздражающий белый. Киношная картинка с отличным содержанием. Ну а сейчас настало время передать вас в руки райдеру, который расскажет вам о своем любимом видео. Сегодня это Илья Баскаков, ярко сияющая звезда российского сноубординга. Йоу, всем привет! Меня зовут Баскаков Илья. Мы сейчас с вами находимся на курорте Красной Поляны, что в Сочи, где проходит чемпионат России и финал Кубка России по сноуборду, дисциплины слоупстайл и бигейр. И я представляю спортивную школу райдер, город Миасс. И сейчас специально для Bottom Reels я расскажу вам о своих самых любимых сноуборд-видео. Погнали! Я не смог выбрать один видос, и поэтому расскажу вам про два своих самых любимых сноуборд-видео. И первый – это фильм от компании Oakley под названием «Snowboarding for Me». Это фильм, в котором рассказана вся история спортивного сноубординга от топовых райдеров, которые посвятили всю свою жизнь этому делу. И второй фильм, который не уступает ни как первому лично для меня, это фильм под названием «Unbroken. История Марка Морриса. Легенды мирового сноубординга», в котором показан тяжелый путь человека, который ни перед чем не останавливается ради своего любимого дела. Очень сильный фильм, всем рекомендую. Илья, спасибо большое. Были очень рады видеть тебя у нас в гостях. Заглядывай почаще. Онлайн-контест Rock & Rail получился таким же атмосферным, как и его офлайн-версия. Для победы нужен был лишь один спот и один крутой трюк. Знаете, кто оказался в тройке победителей? Виталий Сухомесов. Для золотого все карты сложились на второе место. Поздравляем! Радует эта новость. Первое место занял Джордан Белл, третье – Хелдер Хельгессон. Последний, кстати, был одним из тех, кто проводил превью парка для Audi Nines в Швейцарии. Погнали посмотрим. Вот он, красавец. Огромный простор для полета фантазии. Кажется, что отсюда можно стартануть на Луну и долететь. Хотя бы потому, что верхняя часть парка расположена на высоте 3000 метров над уровнем моря, на самой вершине ледника. Лучшие райдеры мира были приглашены на Audi Nines и в течение 4 дней делали, что хотели. Главное, чтобы это получилось удачно заснять. Да, фоточек для Инстаграма они там кучу понаделали. И, кстати, именно по фото и видео в итоге выбирались победители в трех номинациях самими райдерами. Лучший трюк, самый креативный, правильный. Недели. В женском сноуборде все три номинации забрала Тесс Коуди. У мужчин лучший трюк достался Борису Мутону. Самым креативным стал Патрик Хоффман, а правителем недели – Себе Дебак. Лучший трюк у лыжников забрали Ника Партеус и Калин Балетбас. Самыми креативными стали Еспер Тьедер и Дженни Ли Бурмансон. Правителями недели – Матей Шванцер и Сара Хофлин. Определились победители в трехтурном контесте Трэвиса Райса Nature Selection. Все три этапа проходили в горах, но в соревнованиях участвовали не только звезды бэккантри, но и фристайла, а баллы присуждались за каждый спуск, за каждый трюк, за каждый удачный проезд в кулуаре. Именно такие условия, по мнению Трэвиса, могут определить лучшего сноубордиста. У каждого райдера был свой личный соперник. Такие соревнования в соревнованиях. Сложные условия, мне кажется. Победителями, кстати, стали райдеры, которые, так скажем, имеют горную специализацию. Выросшая в горах Британской Колумбии и работающая гидом Робин Ван Джин. И Микель Бэнк, который после трех бронзовых медалей X Games больше 10 лет назад ушел в бэккантри и не вернулся. Не знаю, насколько это честно, но было интересно. На Красной Поляне прошел New Star Camp – ежегодный лагерь для всех тех, кто любит хорошенько повеселиться. Десятидневный марафон контестов, фильмов, занятий, лекций, тусовок, концертов и отличного настроения. Публике, как всегда, было чем себя занять, хоть в этот раз были и недовольные из-за коротких или закрытых вечеринок. Но в любом случае, как бы там ни было, New Star не теряет своей актуальности и всегда наполнен до краев интересными людьми и событиями.
Сразу после New Star Camp на следующий день открыл свои двери Happy Hour Camp. Лагерь еще не настолько попсовый, но с активной недельной программой, где свой лучший стиль приехали развивать и показывать сноубордисты и лыжники. Ежедневные мастер-классы, контесты для каждого, включая малышей и ежедневные тусовки. Не обошлось и без звездных гостей и контестов в скейт-парке. В целом лагерь был не настолько масштабным, как New Star, но не менее атмосферным. Ведь в этой обстановке чувствуется, что здесь все свои, без каких-либо разграничений. И разве не это важнейшая часть индустрии в целом, объединить людей каждого поколения и достатка в любви к экшн-спорту. Что ж, на этом все. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не упустить следующую порцию новостей. И не забудьте, что этой весной мы ждем от вас новых свершений. Поэтому будьте настойчивы в своих стремлениях. Нам будет приятно рассказывать о ваших победах. Любите природу, берегите коленки. С вами были Boards & Wheels News. Пока!